Штатное головное устройство мы оставили. Штатное головное устройство должно было быть заменено на головное устройство SWAT через переходную рамку, но что-то пошло не так. И с владельцем сошлись на сохранение штатной башки. Через флешку у нас идет сигнал, трек называется вот так. Сейчас мы сначала слушаем, а потом рассказываем, что здесь стоит. Один усилок, вы не представляете, как это играет. Но вы это слышите, да? Вы слышите это через микрофон, а мы слушаем это вживую. У нас наконец-таки опять пошел снег. Все дожди позади. Впереди морозы. И декабрьская зимушка. В системе, еще раз повторюсь, у нас установлен всего один усилок. В системе у нас установлен компактный... Да что-то у меня ограничитель, что-то... Установлен один компактный сабвуфер. В последнее время мы стали собирать частенько системы на компонентах Pride. Ну, давайте вещи называть своими именами, да? Достойная система за достойный бюджет с великолепной отдачей. Так, я выключаю музыку. Все здесь у нас при выключении ключа и замка выключается. И переходим под капотки. Это, по-моему, магазин, кстати, бывает. Вот это. Это все с магазина. Она фекла. Это крепкая аура. А это тут сивуха какая-то. А я поднял, я вот эту поднял. В коробке была. Вот эту. Вот эту, наверное. Нет, вот эту. Это вот Сыктывкар, по-моему, или вот этот подгон. Благодарю вас, сэр. С прошедшим праздником. С прошедшим праздником. С днем любителя. Видишь, как динамик загнулся, Иваныч? А ну, при транспортировке помялся. И что, он уже не пойдет, что ли? Да что, нет, конечно. Ко мне поддевать. Тебе он нужен, думаешь? Ну, мы его как-нибудь там, это, приколхозим, да? А хоть куда ему приколхозить? А вот, смотри, у нас есть. А я что? Ну, просто для компьютера колонки. Ну, врага них не слышно будет. Да ты чего? Там, блядь, грохот такой. Это же как трактор, блядь. А вот эту магнитолу нам клиент с Hyundai Solaris сказал, говорит, бензином облить и сжечь. Что это? Ну, так просто. Для трэша. Она что, не работает? А это от Соляриса, она не подойдет нам. У меня какие-то магнитолы есть, антиквариат. Я посмотрим, вот, заценим. Я, блядь, вот буду там разбирать, я тебе их притараню. Хорошо. Они мне нахуй не нужны. Эх, у меня есть было радио, знаешь, с какой машины? Радио было, вот если там оно лежит, я его никому не отдал. Никуда не отдавай. Я тебе отдам.
Я буду разбирать, на изот дам. Хорошо. А под капотки у нас установлен аккумулятор. Блядь, что-то только у меня все время хлещет, искрит аж. У меня как у мегавольта. Здесь у нас предохранитель в колбе. Предохранитель у нас на 80 ампер. Колба предатор аудио. Здесь в гофре он идет. А надо хлопца попросить вот здесь сделать дубляж. Руслан, а сделай, пожалуйста, дубляж в гранте. А то там так как-то не совсем профессионально. Там такая сопля штатная висит. Что... Да, вот тоньше, чем здесь даже. А как у нас от этой вообще аккумулятора будет играть система? Ну, она считает гибрид. Ну и что? Хочешь сказать, там атомная станция? Ты чуть давно обзор не вел. Ну, я... Не до этого? Да. Пойду у Юрана спрошу. Юран, нет желания обзор спросить. Юран, а ты что здесь делаешь, Юр? Аккумулятор пиздишь? Болты. Какие? Прикручиваю болты. Это ты секцию снимал там? Да. В этой тачке я расскажу в следующий раз. Но возвращаемся к гранте. В передних дверях у нас установлены от мощнейшего четырехканального усилителя Pride Quattro XL Solo 150. Такие комбинированные, легкодоступные в разборе и в замене подвижной системы динамики. Сверху их подпирают твиттеры шелкового типа Pride Harmony. Еще раз повторюсь, башка штатная. Из-под капотки у нас уходит провод в салон. Это бренд 4 гейдж, 20 квадратов, по-моему, хедшот. Сейчас здесь сделаем минус дубляж, потому что он обязательно должен быть. Масса у нас в багажнике вот таким проводом. И продублировать минус носовой клеммы на кузов надо также, чтобы не было потери и только усилителю хватало. На задней спинке по таким определенным углом у нас установлен 4-канальный усилитель Pride Quattro XL. А для подключения к штатной башке мы используем линейный преобразователь высокого уровня KIX HL4. Ребят, для чего они нужны? Как они подключаются? Тысячу раз об этом вам рассказывал. Заострять внимание больше не буду. Здесь мы видим проводочку медную, да? Минус кузова мы видим. Вот он. Ну, короче, вот он заземляется. По настройкам. Гейн на фронт у нас на 2 часа. HPFI сейчас многих разозлит, что он тоже на 2 часа. Гейн на саб на 3 часа. И в роли сабвуферного звена у нас получается десяточка в фирменном коробе на 110-й трубе Pride Onyx. Onyx 10 работает в мостовом подключении двух каналов четырехканальника и установлен здесь багажник. Юрич, а нам еще шильдик надо прикрутить. Юра до того, как прикрутить шильдик, заклеил в несколько слоев виброизоляции Aero Plus крышку багажника, что если убрать вот этот газовый упор, смотрите, что получается. Короче, если там оставить что-то, то можно без чего-то остаться. Ребят, а у нас все. Провод с запасом подходит на саб. Регуляторов здесь нету. На подготовленные колечки динамики жестко сидят в конверте двери. Здесь стояли вот такие вот убогие 13-сантиметровые динамики без пищалок и закрыты вот такими богами сетками. Сейчас это немножко по-другому. Сейчас это вот так. Так, теперь возвращаемся к бюджету аудиосистемы. Solo 150, сеточки защитной ФСД, усилитель Quattro XL, сабвуфер Onyx, короб, пищалки, конвертер, акустика, держатель предохранителя, многое-многое-многое другое, с учетом расходных материалов, с учетом коэффициент сложности настройки этой аудиосистемы, с учетом шумоизоляции крышки и с учетом шумоизоляции передних дверок, у нас получается 57 510. Вот здесь, я так понимаю, должно быть 2. Хотя, возможно, просто владелец позвонил, сказал, сделайте мне задние дверки. Я вам сейчас... Нет, точно. Задние дверки у нас тоже сделаны. Значит, здесь еще добавится... Сколько там? 7, да? Да, еще 7 000 рублей. Ну, у кого-то шумоизоляция есть, кто-то ее делает сам. Кто-то ее не хочет делать сам, резать руки и дышать бензином.
конечный вид. Так, на фальшуке, на фальшпанели. Че ты? Не используй газовый упор, используй так. Юра сейчас прикручивает шильдик вот на это место. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Двигайтесь с музыкой. Быть добру. Let me take you to a land where we call it the flash. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck